Километры дорог из далекой Турции в Кабардино-Балкарию двое молодых байкеров проделали ради главной цели – вернуться к истокам, посетить свою историческую родину. Всю дорогу от дома до горы Счастья они преодолели на мотоцикле, чтобы не упустить ни одну деталь по пути. Своими впечатлениями они поделились с нашей съемочной группой. Слово Джамиле Айтековой. Представители двух братских народов, балкарец Арджан и кабардинец Мурат, подружились еще в армии и с тех пор вместе приближались к воплощению мечты. Маршрут разработали самостоятельно – Тбилиси, Южная Осетия, и, наконец, после трехдневного пребывания в пути, перед ними во всей красе открылась Кабардино-Балкария. Когда мы въехали в Приэльбрусье, я сразу почувствовал гордость и радость от того, что здесь когда-то жили мои предки. Путешественники родились и выросли в Турции, поэтому отыскать родственные связи за несколько дней было довольно сложно. Зато дух родного села, где жил прадед, Мурат почувствовал сразу. Мы приехали сюда, на отцовскую землю. Когда мы приближались к Личинкаю, именно там родились мои деды, я сразу узнал родное село. Посетив главные природные достопримечательности Кабардино-Балкарии, гости признались, что с удовольствием приедут в республику и в следующем году. Уже сегодня они вновь отправятся в путь. Впереди Черкесск, Майкоп и снова Турция, чтобы весь год делиться впечатлениями от незабываемой поездки на малую родину. Джамиля Айтекова, Аслан Мамхегов, Вести, Кабардино-Балкария.